ребят настраиваются, я бы хотел пару слов сказать про вольных вариаций. Они были написаны в 1741 году Бахом по заказу российского посла при дворе короля Саксонии Германа Кайзерлинга. По легенде, он страдал бессонницей и заказал Баху это сочинение, чтобы коротать ночные часы. Первым исполнителем этого сочинения стал 14-летний пианист Йоганн Вольберг, ученик Баха. Вольберг вариации – это ария и 30 вариаций с повтором арии. Тему арии Бах взял из ранее написанной им сарабанды. Вариации сгруппированы в 10 блоков по 3 вариации в каждой, из которых каждая третья – это канон. Первый канон написан в унисон, второй в секунду, третий в терцию и так далее. Предпоследний канон исполняет только скрипка и ария. Вместо последнего канона Бах написал «Ad libet», что переводится с латинского как «попурри». В нем Бах использует две народные песни. Первая называется «Как давно я не был в твоем доме», а строчки из второй доказывают наличие у Баха отличного чувства юмора. «От капусты и репы мне нехорошо», «Ах, если бы мама чаще кормила меня мясом, может быть, я протянул бы подольше». Отдельно хотелось бы остановиться на единственных минорных вариациях, номера 15, 21 и 25. Все они начинаются в соль миноре и несут в себе глубокий философский смысл. Смысловым центром своего произведения считается 25-я вариация, она и самая длинная. Два слова хотелось бы сказать о переложении Гольдберг-вариации для струнного трио. Оно было написано в начале 80-х годов прошлого века Дмитрием Ситковецким, сыном прославленного скрипача Юлиана Ситковецкого. Ценность этого произведения ничуть не меньше, чем сами вариации. Предельная виртуозность и глубокое знание возможностей инструментов ставят это приложение на вершину камерного музицирования. Отдельно хотелось бы сказать несколько слов о заметках Марии Юдиной, то, что у вас есть в программках. Они представляют собой фрагменты псалмов Давида, православных молитв, цитаты из Евангелия и являются продолжением попыток Марии, попыток и стремления разгадать тайны смыслов, скрытые в символике музыкального языка Баха. В юдинских пометках Гольдберг-вариациях мы почти не встретим сюжетных толкований, почти не увидим параллелей с изображаемым в музыке действием или конкретным образом. Это философское прочтение, здесь царит высокое обобщение и здесь мысли о вечности. Видеоряд по картинам Вермеера, Рембрандта, Караваджо и многих других выдающихся художников подготовил замечательный музыкант Александр Штарк, за что ему отдельное огромное спасибо. И, да, пожалуйста, не забудьте включить ваши телефоны на максимально громкий режим, чтобы мы услышали, что вы предпочитаете слушать. Спасибо, мы начинаем. Thank you.
Thank you.
Thank you.